Рулет из лаваша со шпротами вкусный и быстрый. Прекрасная закуска-перекус. Подойдет даже на праздничный стол или на пикник на природе. Нам понадобится один болгарский перец. Я его почищу и порежу соломкой. Вот так. Также в рулет положим огурцы. У меня два небольших. Огурцы я также порежу соломкой. Дальше я возьму два лаваша. Они у меня достаточно узкие, поэтому я положу их нахлёст. Сверху на лаваш потру пару плавленых сырков. Или же можно намазать любой мягкий сыр. Чтобы сырки хорошо натирались, я подержала их часок в морозилке. Следом за сыром потру пару вареных яиц. Когда я выкладываю продукты, я немножко не дохожу до самого края лаваша, чтобы продукты потом не вываливались из рулета. Теперь выкладываю по очереди овощи. Сперва перчик, затем огурец и дальше шпроты. Повторяю все продукты слой за слоем, друг за другом. Теперь мне осталось просто свернуть этот рулет. Сворачиваем достаточно туго. Рулет получается длинный. Для удобства я его сразу разрезаю пополам. Рулет накрываю пищевой пленкой и отправляю в холодильник на час настояться. На час или до того момента, когда мы будем его подавать. Сочный, вкусный и ароматный рулет готов. Если такой рецепт вам интересен, готовьте с удовольствием. Подписывайтесь и нажимайте колокольчик с оповещениями о новых рецептах. Нажимайте лайк, пишите комментарии, будьте здоровы. Увидимся в следующем вкусном видео.